вы предпочитаете как дренаж, допустим, орган паразит дренаж или просто орган паразит дренаж ставить в программу? Может быть, предварительный дренаж, а потом окончательный дренаж? Предварительно дренаж. Предварительный... Подготовить организм, чтобы он справился с той токсиновой нагрузкой, которая может возникнуть в результате разложения тканей паразита или же, будем говорить, того же вируса, который вдруг среагировал магниторезонансной частотой на ту частоту, которую мы предназначили для паразита. Но может оказаться так, ведь мы же не все абсолютно знаем. И может же частота сработала еще на какое-то то, что сидит в нем. И часть, оно поражается, выходит и поражает организм. Поэтому чистку после каждой структуры я просто предлагаю. Вот многие думают, это чистка ерунда. Нет, не ерунда. Чем чище организм, тем потом лучше срабатывает процесс выхода из токсиновой зоны каждого человека. И во-вторых, при токсине у нас всегда идет процесс закисления. Раз идет процесс закисления, то организм не может наладиться на правильную работу, потому что он зашлакован, и pH среды его не такая, как необходима для нормальной работы организма. И еще вопрос. Папиллома вирусов, их аж 16 генераций. Они каждые 4 генерации органы специфичны. Как бы в данном случае, тогда нужно, если как бы работать с папилломой вирусом, тогда надо и орган лечить сразу. Конечно. Тот, который... Поэтому в прибор обязательно, в диагностический прибор, закладываешь обязательно программу. Как реагирует сначала организм? Орган болеет или не болеет? После этого ты смотришь, вирус есть в организме? Нету. После этого ты закладываешь в комбинации. Вирус под орган. Реагирует он на этот вирус или не реагирует? Может оказаться так, что он находится в системе адаптации к этому вирусу, и он не реагирует. Да. То тогда вы задаете ему компромиссный вопрос в системе цепочки. Если, допустим, какой-нибудь... гомеопатический азот или еще что-то, например, температурный фактор, аконит, воткнул ему и посмотрел, как он будет реагировать, этот вирус, и как будет реагировать организм. Может оказаться, что стрелка падает и там, и там, и там, и вы увидите, что вы сейчас этого человека начнете, у него будет катастрофа, и эту катастрофу надо как бы рассматривать уже более детально. Все не так. Вот я же говорю, чем больше я изучаю этот вопрос, чем чаще люблю, не лезу в свой нелюбимый прибор дета-профессионал, потому что он меня уже стал съедать. Uh-huh. Вот, и мозги у меня едут. Тут гвозди не торчат. Uh-huh. Вот я говорю, надо уже забивать, потому что у меня уже крыша едет. Я говорю, что троих похоронили. Не так просто разбираться с этой гомеотоксикологией, к сожалению, великому.